Всем привет! Помните, мы как-то зимой проверяли добавку к риль собственного производства? Для этого просто взяли сушеные отходы от креветок, загрузили их в кофемолку, измельчили, и у нас получилась отличная добавка к любой прикормке. Далее мы смешали наш криль с ячневой кашей и распылили прикормку у дна водоема кормушкой. На данную смесь собралось большое количество плотвы. Этот эксперимент многих заинтересовал. Соответственно, захотелось эту же прикормку проверить и летом по теплой воде. Взял также ячневую кашу и добавил в нее немного самодельного супер ароматного криля. Ну и конечно же, все тщательно перемешал по старой схеме обычной ложкой. Прикормка готова. Наша аппетитная прикормка, она хорошенько пропиталась. Камеру я уже установил, глубина примерно 1,5 метра. Вижу много водорослей в воде. Надеюсь, будет картинка хорошая. Камера, как оказалось, была установлена в интересном месте. Прямо перед объективом расположились пеньки старых деревьев. Прикормка потихоньку погружается на дно, но все же основная ее часть оказалась вне видимости камеры. Каша падает на дно, словно снег. Небольшие караси иногда подхватывают падающие крупинки. Как ни странно, но прикормка начала работать очень быстро, и первая рыба не заставила себя долго ждать. Карась один за другим исследует закормленную точку и пробует нашу мощную смесь с креветками. Thank you.
Спустя 15 минут подводной съемки на наш закормленный стол собралось уже довольно большое количество карася, что, конечно, очень радует. До этого я смотрел большое количество видео, где рыбаки добавляют сушеный криль в прикормку и хорошо ловят карася. Но пока сам не проверил реакцию рыбы на этот компонент, не успокоился. Действительно, сушеная креветка очень хорошо дополняет любую прикормку. А самое главное, рыбе это нравится. Да что тут говорить, вы все видите сами. Буквально за полчаса основная часть прикормки закончилась. И возникает вопрос, а будет ли она ловиться после такого закорма? Запомните этого карася с поврежденной чешуей, который, скорее всего, побывал в сетке. Первая поклевка, и именно этот карась оказывается на берегу. Кстати, клюнул он на опарыш. Поклевки были при каждом забросе. Поймать карася, который собрался на закормленной точке, оказалось довольно просто. Друзья, ну а на сегодня все. Кому понравилось видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь, кто не подписан. Всем удачи и до новых встреч!